Президент Эльхамалиев принял генерального секретаря Содружества независимых государств Сергея Лебедева. Сергей Лебедев поздравил президента Эльхамалиева с убедительной победой на выборах. Глава государства выразил благодарность Сергею Лебедеву и всем членам наблюдательной миссии СНГ за наблюдение за этими выборами. Он подчеркнул, что наблюдательная миссия СНГ активно участвовала в отслеживании нынешних и предыдущих выборов в Азербайджане. Сергей Лебедев отметил, что наблюдать за избирательным процессом в Азербайджане для них большая честь и в то же время ответственность. Он подчеркнул, что это были исторический день и исторические выборы для азербайджанского народа. Заявив, что наша страна вступила в новый этап развития, появились хорошие возможности для долгосрочного и устойчивого мира в регионе, гость сообщил, что в ходе избирательного процесса он провел обстоятельные беседы с простыми людьми, избирателями и наблюдателями, и что азербайджанский народ с особым желанием воспользовался своим избирательным правом на этих выборах. Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств сказал, что азербайджанский народ впервые после восстановления территориальной целостности и суверенитета страны участвовал в процессе проведения выборов. Он также подчеркнул, что на освобожденных от оккупации территориях проводятся восстановительные и строительные работы. Бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в родные дома и воспользовались своим избирательным правом на этих территориях. Сергей Лебедев сообщил, что наблюдательная миссия СНГ была представлена в избирательном процессе почти 170 наблюдателями, отметив, что все выборы должны проводиться в соответствии с законодательством стран и на основе избирательного кодекса, гость заявил, что эти выборы также были организованы согласно соответствующим законам Азербайджанской республики открыто и демократично. Генеральный секретарь сообщил, что сегодня они проведут пресс-конференцию и представят широкой общественности свой отчет о деятельности миссии по наблюдению за выборами. Глава государства отметил, что выборы впервые проведены на всей территории территории нашей страны, обеспечившей свой суверенитет и территориальную целостность, в том числе в Ханкенде, Шуше и других районах. И подчеркнул, что это имеет особое историческое значение для азербайджанского народа. Президент Ильхам хамалиев сообщил, что часть бывших вынужденных переселенцев уже возвращена на освобожденную от оккупации территории. И для этого на основе программы «Великое возвращение» реализуются соответствующие проекты. Глава государства довел до внимания, что первый этап процесса завершится в 2026 году. Возвращение вынужденных переселенцев будет обеспечено и на последующих этапах. В ходе беседы были также затронуты вопросы сотрудничества между соответствующими структурами СНГ и Азербайджаном. Состоялся обмен мнениями о вкладе Азербайджана в связи и дискуссии в рамках СНГ проектах сотрудничества между странами СНГ в политической, культурной, экономической и других сферах.